Всем привет! Мы с вами сегодня приготовим старинный бессарабский рецепт – блинчики из икры коропа. Кстати, друзья, а вы знали, что икра предотвращает атеросклероз и поддерживает иммунитет? А как она поддерживает настроение и аппетит, вы можете узнать, когда приготовите это замечательное блюдо. Итак, для сегодняшнего рецепта мне понадобится свежая икра карпа, пару ложечек кукурузной муки, 2 яйца, соль, перец и немножечко соды, чтобы ваши блинчики были пухленькими. Друзья, точное количество ингредиентов вы найдете внизу под видео. Там же вы найдете кнопочку лайк, кнопочку подписаться, колокольчик. И, конечно же, друзья мои, комментируйте. Мне с вами очень интересно. Поехали, будем работать. А для того, чтобы ваши блинчики получились вот такими красивыми и замечательными, нам нужно почистить икру. Икра имеет много пленочек, и эту пленочку нужно убрать. Следующим действием нам нужно икру взбить вилочкой. Добавляем яйца и хорошенько взбиваем. Работать нужно интенсивно, поэтому если где-то рядом пробегает мужчина, можете привлечь его к этому труду. Следующим шагом добавляем кукурузную муку мелкого помола, тоже тщательно перемешиваем. Сюда же добавляем соду. Рассказываю, сода добавляется для того, чтобы блинчики были пышными. Дальше соль, перец по вкусу. Блинчики готовим на подсолнечном масле, домашнем, бессарабском, классном и вкусном. Девочки, делюсь секретом счастливой супружеской жизни. Чтобы вам всегда было вкусно, выбирайте мужа-рыбака. Когда блинчики подрумянились с двух сторон, нужно сделать маленький огонь, закрыть крышечкой и дать им протомиться пару минут на медленном огне, пройти паром. Это очень будет правильно, полезно и вкусно. Какой чудесный деликатес! Скажите, как любите кушать икру вы? Вот мы, например, из икры делаем блинчики. И это невероятно атмосферно. Блинчики с икрой – блюдо самодостаточное. Но у нас в Бессарабском крае блинчики подаются к замечательной рыбной юшке. Кстати, рецепт сейчас появится на вашем экране. На этом прощаюсь, потому что уж очень ароматно пахнут мои блинчики и очень хочется уже продегустировать. Всем пока! С вами была Елена Беседовская. До новых вкусных бессарабских рецептов!